Непогода и в Санкт-Петербурге сегодня внесла свои коррективы в праздничное мероприятие по случаю Дня России. В северной столице всего 10 градусов тепла и порывистый ветер, достигающий 12 метров в секунду. Пришлось властям города отменять торжества, переносить многие из них либо в музеи, либо во дворцы. Ветер поднялся накануне такой силы, что в Михайловском саду испортил сразу несколько подготовленных инсталляций. В результате праздничный концерт провели в одном из залов Михайловского дворца. В приморских районах ветер разбушевался настолько, что нашлись рисковые серферы, которые решили опробовать волну. Они облачились в гидрокостюмы и встали на доски. В Екатеринбурге сильный дождь тоже вмешался в планы торжеств. Там пришлось отменить множество мероприятий, в том числе и городскую дискотеку, на которую так рассчитывала местная молодежь.